Йоу, народ, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение Salt and Sanctuary. Так, мы собирались повысить левел в прошлой серии, как раз на этом и закончили. Повысить уровень 600. 600, а следующий будет стоить 600. А, я еще раз могу. А может быть, смогу и еще раз? О, прям 3 уровня, я уже 7 левел. Сейчас посмотрим, что там с навыками. Так, три навыка, да? Это мне вот эти черные жемчужины нужны, чтобы как раз-таки прокачивать навыки. Дает дополнительное лечебное зелье. А и что, я его потрачу и все. И нету зелья. Так, максимальный вес снаряжения. Ну, мне надо... А это что, еще раз можно? Так, ну я пойду вот, эффективность магических заклинаний. О, тут две сразу потратятся. Очки выносливости. Вон показывается, что у меня улучшится, удача улучшится. Владение посохами первого класса. Я даже не знаю, еще и интеллект. Флакон в рукаве, зелье энергии. Зелье энергии, возможно, мне понадобится. Но оно и вот здесь будет. Но это будет не скоро, через несколько уровней. Дает одну очку магии и владение посохами. Вот это и берем тогда. Правда, посоха у меня нету, но я думаю, он будет. Сделать подношение. Эффективности молитв в регионе святилища. А, это бонус к выпадению золота. Ну, здесь мне уже не надо, я-то здесь прошел. Вода благословления, кстати, опять у меня 3, я же все потратил. Они, походу, это... пополняются, когда я... Сейчас глянем. Да, каждый раз, когда я подхожу к святилищу, они просто пополняются. Или это лечит мое здоровье. И, возможно, дает дополнительное лечебное зелье. То есть мне дает 3, а будет давать 4. Да? Как-то так выходит. Кинжалы, кстати, дерьмо полное. Ну, можно их поубивать. А так-то, в принципе, можно на них и фармить, но я не знаю, как это. Мобы будут сильнее становиться или не сильнее? Ну, если уровень у меня становится сильнее, то мобы будут ли из-за этого тоже сильнее? Так, а он же стрельнет. Опа, там еще один. Прилетела мне стрела. Тут сейчас сзади будут подниматься. О, камбушечка. 275 соли. Так, аккуратно. Давай. Пойду этого с топором убью. Так, 45 соли за двоих, а за него сколько, интересно? На. А за него за одного только 35 дают. А! Откуда ты взялся? Блин, они с земли поднимаются за спиной. Сюда или выше? Выше. Так, это сейчас сломается. Блин, а что теперь мне, в обход бежать? Или я перепрыгну? Да, можно перепрыгнуть. Так, ты добрый, да? Добрый. Приветствую, странник. У тебя есть цель? Да. Спасешь принцессу, да? Я не видел принцесс, но не теряй надежды, друг. Как бы там ни было, хорошо, когда у тебя есть цель. Хочешь узнать мое? Ну, давай. Прекрасно. Моя цель — захватить замок на востоке, победить его стражей и убить дракона. Ты же знаешь, что замки нужно захватывать, а драконов убивать, верно? Замок на востоке надо захватить и убить дракона.
О, там вон еще что-то есть. Ой. Что-то я подумал, тут сначала стена. И внизу что-то там есть. И бутылочка есть. Ну, прыгнуть вниз, я знаю уже, как прыгать вниз. Опа. О, а тут у нас новое святилище. Уровень я повысить не смогу. Но вот здесь уже можно тогда поставить торговца, клирика. Обитатель такого типа уже присутствует. Не понял. А, вот это... Нет. Вот ро... А, вот он уже здесь был. Каменный наемник еще есть. Подношение. Наемник. И все, наверное, можно только четырех. Ну, давайте посмотрим всех по очереди. Вот, что они тут? Нужно что-то выковать. Купить, улучшить. Посох. Нужен посох. У него, к сожалению, нету посоха. А, наверное, у священника посохи-то будут. Хочешь посмотреть, что я продаю? Купить. Кремниевый заряд. Кремневый заряд, даже так написано. Кошель соли. Кошель соли купить за 500 золотых. Ну, пока нет, я не знаю, зачем тут нужно будет золото. А продать что я могу? А, я могу продать вот эту броню. Давайте так и сделаем. Чё так мало-то? Хлопковые. О! Хлопковые-то будут посильнее, чем мои, да? Магии пока тут просто никто не... Это, рыцарь меня бил чисто... Чисто мечом. А вот это как раз посильнее. Дробящего и рубящего. Давайте оденем хлопковую. Как не очень удобно тут на самом деле переодеваться. А мои можно продать. Во. Так, готово. Ты что можешь? Выучить молитвы. Молитва уровень 2. Это, наверное, для священника. Я не тот алтарь выбрал. Купить предметы. И тоже у него ничего. У него все для священника. А. Булава. Нет, у него все не то. Ладно, наемник, тебя что, нанять можно? Ну да. Чё? И куда нажать-то? Нажмите Space. Тут, наверное, должен быть список, а его нету. О, обычное яйцо. Яйцо ярости. Уйти. Так, а там у нас сказали какой-то дракон. Я не хочу никакому дракону пока что. Здесь можно было вниз спуститься. Вилы. Вилы и кошель соли. Чё за вилы? Так, смотрим. Урон больше. Кстати, нормально так больше. Урона. 8-0. Это жезл. Значит, он жезл держит во второй руке. Нет, тогда я ставлю все как есть пока что. Не надо мне вилы. А вот, что там еще, кошель соли был? Нет. Так, лечение поставим. Летучая мышь. Еще две. Крыло. И осколок. А, это я обратно прибежал. Стрела, лук.
Но я не охотник, я маг. Мне нужен посох. Во, можно туда вон забраться. Так, они ломаются. Надо побыстрее. Так, кто-то сидит. Это добрый персонаж. Привет, друг. Безделушки на продажу, безделушки за монеты. Торгаш. Какой-то торгаш. Пучок волос. Бесконечный клык. Это, видимо, что-то для крафта. Факел. Стражная страница. Применить ее к оружию, чтобы добавить урон тайной магии к атакам. Капюшон нищего. У, тяжелая броня 2. Ну, я вряд ли буду с тяжелой броней-то бегать. Сохранять тебя боги. И тебя, товарищ. Так, тут все. Там куда-то далеко уходить. Пак. Там какое-то чудовище висит. А я могу стрелять вот так? О, могу. Только вот я не достреливаю. Так, это ломается. Да, это ломается. Что она будет делать? О! Блин, что-то там упало с чудовища с этого. Как опасно тут. Если я упаду, я умру, наверное. Летучая мышь. Ой, еще одна. И она что-то со мной сделала. Она меня отравила. Клык. Бесконечный клык. Рычаг какой-то. Каменный гид, зовущий рог. А, вот я и выбежал. Тогда можно и подхилиться. Не хватит же, да? Да, не хватит. Каменный гид. Каменный гид. Не знаю. Потом все это будем использовать. Так, там еще одна мышь. И она меня опять отравила. Крыло костеголовки. Достали эти мышки. О, ну хоть здесь открыто. А то что-то везде закрыто. Так. Однако. Это я не ожидал. Нормальный вид. Опа. Там собаки. И какой-то рыцарь. Ну давайте еще раз. Мы маги. Стреляем. Минус собака. Зуб дикого зверя. А ему пофиг вообще. Ему урона-то не наносится. И, а как его убивать-то? Надо... Ух! Он еще и комбит. А я пока не знаю. А так можно? Ой, так он за мной может выйти? Ты что делаешь? Ух, я попал. Куда мне бежать теперь? О, надо собаку убить. Ничего себе. Ты что меня жрёшь-то, а? А он мне может сейчас через это ударить? Я потратил почти все эти. Да ничего себе он резкий. У кинжалов урон 1. Понимаете, да? То есть бесполезная ерунда. Ну хотя я и магией по нему бью слабо. Вот непонятно, когда он начинает комбить. И ему вообще, в общем, по барабану, что я по нему стреляю. И он сейчас меня убьет. Да убей ты! Блин, а что мне было делать?
Вы потеряли 750 соли, и оно появится в виде призрачного создания. Ну... Ну, рыцарь, держись у меня. Магия на него не работает. А, сейчас собаки резнутся. Опять все там будут. И у рыцаря полное ХП, наверное. То, что я его бил, это вообще бесполезно. Надо ему как-то нормальную комбу там из 3-4 ударов прописать. Ага, это я помню. Я, кстати, заметил веревочку, на которую я наступил. Так, мне надо, чтобы собака на меня рванула, и я ее убил. Отлично. Теперь вторая собака. А может попробовать его... Я не знаю, что с ним делать. Да, замечательно выстрелил. Так, мне надо на самом деле проскочить мимо. Вот так. И убить собаку. Есть. Все, вот это у нас поле боя с этим рыцарем. В общем, он стоял прям тут в проходе. Я подбежал, у него врезался. Так, а как его убивать-то, если ему по барабану мои эти? Вообще не понимаю. Ладно. Магия тоже. Ты куда ж ты палишь-то? Просто он мне не дает пострелять. О, 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 о. Что-то можно было нажать. Нет, он меня сейчас убьет. Сколько я выстрелов не в ту сторону сделал? Мне надо проскакивать. О, неужели? Аллилуйя, всю ману потратил. Колокольчик возвращения, там лучник, там с топором. А, вон моя соль летает, да, в виде призрачного создания. И она меня отравила. Да, соль я забрал. Здоровья у меня нету. Эй, прям в голову. Даже через бочки простреливают. Пучок волос, кошель соли. А где кошель соли-то, я не понимаю. Я уже, по-моему, не первый нахожу его. Применить. Рок. Потрубить у него, чтобы отправиться в любое святилище с гидом внутри. А, вот зачем гид нужен. Все, понятно. Я могу потрубить. Так, как мне попасть вон туда? Вот так. Здорово. Куда я собралась? У! Какой неждан-то. Поднялся, камбулечку мне прописал. Придется тратить последнее зелье лечения. А вот эти вот, наверное, красные осколки, они уже не бесконечны. Ну, вернее, они не восстанавливаются. Виноградный пелторион. Виноградный пелторион. О, кстати. А, это молитва. Это что такое? Это пелторион. Щит. О, копье. А что копье? Атака 16, кстати, и больше, чем у Вилл даже. Жезл. Класс 1. А, просто, возможно, за счет жезла я стреляю, да? Надеть. А, я могу бегать и с копьем, и с жезлом. Вносливость быстро заканчивается. Но зато бьет с расстояния. И это что было? Это вот этот арбалет, что ли? О, сейчас посмотрим. О, вот это мне вообще нравится. Круто. Смотрите, как собак сейчас... Опа, опа. Отделал. Отбежал. Выносливость.
А почему у меня выносливости стало меньше? Вот это я не понял. Видимо, я... Блин, случайно хилку выпил. Надо мне это... Вот так вот сделать, чтобы... Не мискликать больше. Любопытно. Что за существо пользуется таким отчаянным видом? Остальные начали вставать на колени. Хочет ли оно присоединиться к ним? Да? Нет? Слова, произнесенные без страха, ничего не значат. Я вижу в этом каплю храбрости, и это меня напрягает. Придет время, и оно встанет на колени. И когда оно встанет на колени, это будет не из согласия, а из-за ужаса и отчаяния, которого оно никогда раньше не испытывало. Вот он, этот арбалет. И здесь где-то должна быть веревочка, по идее. Ууу, копье мне прям очень нравится. Вот она, веревочка. Только что-то она не с той стороны вообще была. Там можно вниз, там можно наверх. А далеко ли тут можно вниз? О, там мешок слева. А как до него допрыгнуть? А здесь у нас святилище. Дать обед? Вот, вот что мне надо. Вот это... Свеча, да? То есть я с каким-то глиняным горшком ходил, а здесь свеча еще. Троица. Становитесь отступником. Не знаю, что это такое, пока не хочу я это делать. Так, повышаем уровень. Еще раз. И все. Больше я не смогу повысить. Древо навыков. Смотрим. Я могу идти дальше к посохам. А это? Маг 2. Дает 2 очка магии. Видите, маг 2 класс. Маг 2 класс. Владение жезлами 2 класса. Используя заклинания и чар 2 класса. Это по-любому все надо будет качать. А, тут либо жезлы, либо посохи. Что первое найдем, то и прокачаем. Пока что тогда вот можно силу воли, она все-таки повысит выносливость. Или что, или вот, давайте вот это зелье, до зелья дойдем. Вот, очко магии. Дает дополнительное зелье энергии, флакон в рукаве. Есть. И... Да, маг класс 3, мне по-любому вот по этой линейке надо... А, мне можно будет вот так обойти. Тогда я вот пока разблокирую вот эту. Выносливость, удачи побольше стало, да? И что там, какое-то зелье? Вот, пряная медовуха. Пряная медовуха, это... Бурдюк пряной медовухи, украшен символ Троицы. Выпейте ее, чтобы восстановить силы. Скорее всего, это вот и будет восстанавливать мою выносливость. Сапоги кузнеца. Кузнеца это, возможно, тяжелая броня. Мне она не подойдет. Толстые кожаные перчатки. Нет, это легкая броня. И у нее защита от огня. Кстати, дракон, защита от огня. Там где-то мне сказали, что есть дракон. Так, сюда я пока не хочу. Мне можно купить, улучшить. То есть я могу улучшить свое копье, да? Требуется пучок волос и 250 соли. Ну блин, копье мне вообще толком-то не нужно. Мне нужен посох. Пока идем дальше. Там наверх можно было. И вообще там какой-то путь еще. Ага. Значит, арбалет стоит правильно. О! Опять он. Да стали они прям из-под меня вставать. Это ж... Здоровье потратил. Так, вот тут вот что? Опять это чудище. Ага. Ты будешь на меня агриться, нет? О. Тише, тише. Теперь я до тебя достаю издалека. О, ничего себе удар какой.
Это если сильный удар сделать в прыжке, то он кого-то к земле приколотит. Я вижу веревочку и вижу ловушку. А, летучие мыши. Привет, ребята. Получайте, огребайте, получайте. Все это можно... А вот теперь я не увидел. И почти что умер. Да, зелье прям почти... А, оно почти полностью устало. А теперь у меня стало меньше здоровья, кстати. Успел, но нижний по мне стреляет еще. О, нет, опять этот рыцарь. Ну, теперь у меня есть копье, тогда у меня не было копья. Сейчас мы попробуем. Во, копье уже нормально дамажит его. Тише, уходи! Не особо-то и нормально. Ну вот, просто я ему его атаки не сбиваю, а он меня сбивает. Во. Нет, все-таки с ним мне сложно пока что. Единственное, что я могу его сейчас заклинаниями. Вот так. Они вон тоже комбят. И подойти, и убить. Все. Кольцо верности, перчатки Кракена или кого там, Крейкана какого-то. Сейчас глянем. Тяжелые бронзовые перчатки. Ну, тяжелые, понятно. У, тяжелая броня 3. Защита от огня. Щит еще какой-то нашел. Так, меня интересует кольцо. Усиливает защиту от тайной магии. Я могу 4 кольца носить. Так, тут. Что-то у нас есть. Каменный клирик. Каменный клирик. Каменный клирик. А что-то я и дверь не увидел. Я просто сверху видел вот этот этаж. Но я думал, там просто пройти можно. А там, оказывается, камень был. Так. Поехали дальше. Каменный гид. А, вот еще один гид. То есть этих гидов мне надо вообще ставить по этим. Так, опять я не заметил ловушку. Ну да, значит, в эту комнату можно было пробраться только оттуда. И надо тогда эти уголки всякие проверять, да? Вот тут. Но это, конечно, долго будет. Оу, королева улыбок. Фига у нее ухмылочка. Блин, а у меня и лечения нету. Че творишь? Тише, тише. Блин, а как с ней бороться? Я пока не пойму. О, зелье-то вообще бесполезное. И здоровья у нее полно. Очень много здоровья. И я не знаю, как от нее уворачиваться вообще. Все. Видимо, сюда мне пока рановато идти. Блин, она ж соль всю забрала. Ладно, может быть, с зельями я с ней справлюсь, если научусь уклоняться. Она, надо просто не вперед прыгать, а назад. Уровень повысить, естественно, я не могу. И мне, по-моему, сюда. И все мобы опять восстановились, и рыцарь опять восстановился. И здесь сейчас поднимутся рядом со мной. Это я все помню. Почему я сейчас по нему не попадал? Так, и этот тут как тут. Он должен меня увидеть.
На. Вот плохо, что меня дамажит. Дойти бы до босса с полным хп было бы неплохо. Красный осколок. Дошел. Пошел я обратно. Лечиться. Тут беда-то, а? Эти ловушки. Стараешься аккуратно, ты забываешь, блин, то про одно, то про второе. Так. Так. Подъем. Этот встал. Да что ж ты будешь делать-то, а? Пол хп просто. Пол хп сразу. Моя задача дойти до босса. С полным здоровьем. Ну, хотя бы, чтобы чуть-чуть потратили. Босс, потому что сложный. Вставайте. Больше ты меня не проведешь. Они еще стоят так, как тут по очереди. Непонятно. Раз. Я до него не достал, а он до меня достал. Летучие мыши. Так. Вот, пока нормально. Ловушка, ловушка. А где ловушка, я не вижу. Сейчас попробуем. Ага, она была спрятана. Лучник. Рыцаря я убивать не буду. А его, кстати, и нету. Вот ты напрасно меня ударил. Все портит только. Вот эта фигня вообще ничего не восстанавливает, поэтому будем иметь чуть-чуть лечиться. Ловушка. Что здесь за ловушка, не знаю, но я не буду ее трогать. А, все, я дошел, да? Так, полечимся еще раз вот этой. У меня есть гренады. Гренады. Но я буду все-таки лучше заклинаниями сейчас. Ну, поехали. Королева улыбок. Улыбнись, королева. Вот, сейчас надо назад уходить. Во. А теперь вот туда. Во! Вот она и тактика. Не сюда. О. Ах, на этот раз попало. Надо из угла выбираться. Опа. А, не, можно и так. Да, можно, можно ее бить. Заклинания вообще урона не наносят. Это что-то новенькое. Это что-то новенькое. Это что-то новенькое. А нормально я ее копьем-то так сейчас раздамажил. Так, и она меня нормально раздамажила. Надо пить зелье. Все-таки сцепляет она как-то меня иногда. Так, теперь пьем вот эту. Вот, да, она восстановила, как я и думал. Сюда. Теперь надо вперед. Во. Все можно сделать аккуратно. Так, все, выносливости нету. Самое главное держаться от нее подальше. Она вон еле ходит. Все, уходим сюда. Восстанавливаем выносливость. Сейчас мана закончится. Последнее зелье пью. Не должна... Нет, досталось все-таки. Уходи! Так все хорошо было. Граната. На. Надо поближе. Вот так. О! О! Чё творишь?
Один удар! Есть! Фух. Успел я ее ударить до того, как она меня убила. Все гранаты на нее. Ну, возможно, просто я рановато сюда пошел. И она слишком сложная еще. Ухо королевы улыбок. 4400-330 соли. Нет, тут ничего нету. Так. Это тут куда-то путь дальше. Проверяем, проверяем все закоулки. Сундук. Одежда повара. А тут кроме как обычная одежда... А, нет, тут бывает, да, там я какие-то нашел. От яда. Много защиты от яда. Ну вот она опять тоже белыми мечами. Поэтому не зря я одел вот это. Вот у нее, скорее всего, рубящий урон был. Поэтому пока что оставляем защиту от физического урона, чем все вот эти яды. Вверх, вниз. Можно и туда, и туда. У нас дверь. Дверь ведет. Ведет. Ведет в пропасть. Амулет с кровоцветом. Кстати, амулет. В кольцах? Да. Урон. Увеличится. Увеличивает силу атаки. Надеть. А, во. У меня вообще не было амулета. Теперь есть амулет. А я тут запрыгнут-то вообще? Да. О, все. Силу атаки повысили. Но у меня нету ни одного зелья. И остались только вот эти слабые. Меня сейчас убьют, я потеряю очень много соли. О, я уже видел такой. Вот тут что, тут тупик. И туда нельзя. Все, здесь мы приплыли. Еще был путь вот тут. А. Наверх. Открыл решетку. Что за решетка? Я примерно представляю себе карту. Как она здесь? Все огромные лабиринты эти. Сейчас сгоняем вот сюда. О, нет, сюда я не пойду. Как-нибудь потом. Слишком там темно. Хотя бы с зельями лечения. Без зелий точно туда суваться не надо. Так, сейчас я, по-моему, в святилище иду. Да, в святилище я вернулся. Можно повысить уровень. Повышаем. Соли все больше и больше надо. Уже уровень 10. И еще разок. Это 4 навыка сейчас можно будет улучшить. Стать намного сильнее. Жезлы посохи я пока не знаю. И тут надо будет 2 очка навыка потратить. Поэтому... Так, я могу взять стойкость. А, это просто вес. Увеличит. А вес-то мне не особо надо увеличивать. Стойкость больше ничего не дает. Вот. Вот это вот. И удача, и очки выносливости. Фокус. Что такое фокус? Вот, их можно вон по 3 раза. По 3 раза одну и ту же качать. Но мне надо дальше ветку развивать. Либо вот сюда вот за зельем лечения. Сумка, еще одно лечение зелья. Очко мудрости. А, эффективность молитв. Нет, туда мне уже не надо. Вот сюда вот до зелья лечения можно. Улучшенная магия. Улучшенная магия. Посмотрим, то ли это зелье, о котором я думал.
Да, все, теперь у меня 4. Круто. А где еще такие есть? Ну вот, сюда можно вот очко магии и вот до этого дойти потом, да? Тоже здесь что-то у меня... Зелье энергии. Здесь только зелье энергии. Лечебных нету. Ну ладно, 2 я оставляю. Или давайте я вот это вот сделаю. И оставлю 1. Вот так. Ну ладно, ребята, продолжим тогда уже в следующей серии. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Фибоначчи и пока-пока.